Ох, здравствуйте! Здравствуйте, мальчики и девочки! Ух ты! А я, оказывается, сегодня первый пришел. Вот это да! Бывает же такое! Здравствуйте, мальчики, и здравствуйте, девочки! Привет, Гаврюша! Привет, Ерошка! Гаврюша, ну-ка танцуй! Чего? Танцуй, говорю! Это еще зачем? Вот! Вот зачем! Нам письмо пришло! Если хочешь его прочитать, то танцуй! Давай! Ой-ой! Танцуй! Ух! Ух! Эх, яблочко, куда ты катишься? Все, хватит, хватит, больше не надо танцевать. Я тебе и так дам. Вот. Давай, давай. Ой, письмо. Ну-ка, ну-ка, так, давай его посмотрим. Пока. Это письмо от нашей телезрительницы. Зовут ее Надя Коновалова. Ух ты! Она нарисовала белочку. Она нарисовала белочку, значит, я не зря прыгал в прошлой передаче, как белочка вот так вот. Так вот, еще было вот так вот, как белка прыгал, вот так вот, еще вот так вот прыгнул, вот так вот. Молодец, Надя, хорошо нарисовала белочку. Да, я белочки другой, красивее, чем эта, никогда не видел. Вот. Молодец. Здравствуйте, мои маленькие ученики, ребята и зверята. Здравствуйте, Катя, здравствуйте. Здравствуйте, Катя. Катя, а нам письмо пришло от нашей телезрительницы. Вот оно. Да, вот видите, письмо. Да, действительно, письмо от Коноваловой Нади из города Тольятти. Да. Что же она нам нарисовала? А нарисовала она нам белочку. Да. А вы не забыли ее поблагодарить? Так это... забыли. Эх вы! Ну что ж, исправляйтесь. Будем исправляться. Надечка, спасибо тебе за письмо. Да, я уже говорил, это самая лучшая белочка, которую я когда-либо видел. Вот. Ну что ж, теперь совсем другое дело. Надя, спасибо тебе большое. Мы будем еще ждать твоих рисунков. Ну а сейчас давайте продолжим наш урок, и мы с вами вновь подумаем, что же еще можно составить из геометрических фигур. Да, интересно, а что еще можно нарисовать из этих геометрических, которые фигуры? А? Вот я лично не знаю, я не придумал, не мог. Ну, насекомых и птиц мы уже с вами рисовали. Еще мы с вами рисовали животных, а еще можно нарисовать... Сейчас попробую нарисовать. Можно... Держи карандаш, спасибо. Ерошка. Вот можно нарисовать большой-большой овал. Угу. Вот. А можно еще нарисовать и еще овал. И можно нарисовать еще маленький овал. Вот. И знаете, что это получилось? Самолет. Правильно, Катя. Вы угадали. Это самолет. Действительно, самолет получился. А ты, Гаврюша, подумай, что еще можно нарисовать? Я могу автобус нарисовать. Ну что ж, нарисуй нам автобус. Нет, я вот в этой... Вот прямоугольник. О, и еще прямоугольник.
Молодец. И два круга. Вот. Вот так. Молодец, Гаврюша. Ну что ж, получился у тебя автобус. Да. Ребята, а вы тоже подумайте, что же еще можно составить из геометрических фигур? А в продолжении нашего урока давайте с вами разовьем нашу фантазию. Как это? А мы уже с вами это делали. Вы будете смотреть на картинку и думать, что же это такое может быть. Не знаю. Пятна. Ну, пятна мне напоминают жирафа. Правильно подсказываю, это действительно жираф. Который проглотил этот телефон. Абсолютно верно, Гаврюша, вот вы и догадались. Действительно, это жираф, который проглотил телефон. Ну что ж, а наш урок подходит к завершению. И что нам пора делать? Нам пора прощаться с нашими друзьями. Абсолютно верно. Всего вам самого доброго. До свидания, ребят. Пока, друзья. До новых встреч.